Алтайский борец Виталий Щур стал еще ближе к поездке на летнюю Олимпиаду в Бразилии. Накануне он завоевал серебро на чемпионате России по греко-римской борьбе. Турнир проходил в Грозном. Виталий Щур выступал в весовой категории до 130 килограммов. В полуфинале наш земляк встретился с бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, дагестанским борцом Белялом Маховым. Именно на его победу в турнире ставили многие эксперты. Однако схватка прошла на равных и с небольшим преимуществом победил Виталий Щур. В финале он встретился с москвичом Сергеем Семеновым. К сожалению, наш земляк проиграл со счетом 1-4. Однако, как прокомментировал турнир главный тренер нашей сборной Гоги Кагуашвили, на Олимпиаду, скорее всего, поедут все трое.